Я делал в прошлом видео. Мне вы уже смотрели. В этот раз не знаю. Заходим. Угу. Нет. Вот именно на этом мы троллили эту девочку. Вы не знаете, какую кажусь. Никто не знает. У меня камера, потому что отрубилась. Я не хотела выкладывать. Так. Это была наша база, там была их. С вертолетом. У нас не было вертолета. Ну, вот этот вот самолет. Лучше. Ну да, хороший, на нем можно полетать. Пиу. Так, ну ладно, давайте уже к делу. Оп, у нее было вот так вот здесь. Давайте это не будем. Не, я не буду снимать. Го, лучше. Лучше зайдем сейчас в эту карту. И побег. Типа. Надо убегать, убегать, убегать. Короче, вот. То это зина. Знаете, все корпоративно. Смотрите. Мы заходим в этот офис, да? Дальше мы поворачиваем налево. Вот, вот прям до стенки. Идем чуть-чуть вперед. И за самой первой... Тетя Зина. Вот написано тетя Зина. Вот типа вы, например, дошли до конца. Да? Вот, вот этот вот угол. Дальше тихонько и видим. Тетя Зина, не знаю, тетя Зина переварила нож. Уть. Короче, берем хурикены. Мне не нравится. С вами потом буду копить денежки. И мы будем с вами играть. Ну, если что, я не читер. Это в офлайне, а в офлайне, как вы видите, бесконечный ранец. Короче, знаете что? А давайте-ка, давайте. Где же эта карта? Где? Вот она. Даем мотик, да? Просто лучше всего мотик любой. Только не летающий. Такие, тетя Зина, не знаю слова нет.
У Тутовины весь авторитет. Тутовина, боевая машина. Вот фрагон надо. Тетя Зина не знает слова нет. Тетя Зина всем чем авторитет. Тетя Зина, боевая машина. Тетя Зина. Кстати, советую посмотреть все видео, все части Зины. Ту-ду. Прям они очень прикольные. Прям советую. Ту-ду. Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ду. Ту-ду. Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, подписывайтесь на тетю Зину. Кстати, с вами Файм. Забыл сказать. Тум. Тут, 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 тут. А, тихо, тихо, тихо. Кстати, ребят, я, наверное, на 100 подписчиков. Знаете, сделал карту в Чикенгане и в Брау Старсе. Ну, типа, в Чикенгане я сделаю, как со мной поиграть, и в Брау Старсе. Типа, я покажу, чтоб меня как, типа, со мной поиграть. Типа, вы там в плюсике в Брау Старсе, друзья, там, ведете мой такой вот паролик, и мы можем с вами поиграть вместе. Можете там напечатать «Я твой подписчик» или все такое. Ну, если вы на меня подписаны, подписывайтесь, пожалуйста. А то, я думаю, на меня никто не подпишется. О, ядро. О, о, ребята. А мы здесь сделаем дом секретный? Ой, крышу уже сделали. Пиу. Вот. Дальше здесь нужно делать стену. Текст. Пиу. Нет. Пиу. А ты будешь? Ну ладно, пусть здесь стоит текст. Короче, ой, это нам не нужно. Нам нужны деревянные. Дерево защищает от любых мобов. Кстати, ребят, самая лучшая постройка в Майнкрафте – это из динамита. Она защищает от любых, но мобов. Ладно, шучу. Просто мне в голову вот так пришло. Это я решил сказать. И как тебя поставить там на верхушку? Ну вот так вот, давайте как-нибудь поставим все. Господи! О май гад. Так, вылетим, посмотрим, что у нас там получается. Чуть-чуть кривовато. Вот так вот нормально. А! Ну, нормально, только здесь можно еще подлатать. Иди ко мне. Всякое такое. Опа. Короче, смотрите, у нас здесь... Тихо. Вот такая вот, короче, мы здесь будем сделать домик.
Вот я не знаю, что выложить. И вот теперь я вот не помню про это ядро, а так я знала про него. Но забыл то, что оно есть, а так я знала уже то, что это ядро есть. Вот так. Ну, здесь прикольная идея построить дом. Такой. А, у нас уже как-то вот так вот получается. И сразу заметишь. Тетя Зина, боевая машина. Птички! Смотрите. Ходишь, ходишь, ходишь. Так, ладно, короче. Ай, я больно в ноги. Больно в ноги. Ай, больно, больно, больно в ноги. Ай. Короче. Это надо тихонько. Оп. Оп. Так. Пододвигаем. Оп. Пододвигаем. Оп. Все. Только продолжаем здесь вот это. Оп. Подустраивать вот это вот как-то неровно. О! Отлично. А сюда мы надо вертолет поставить. Тетя Дина, короче. Пиу-пиу. Вот этот вертолет лучше, так мы приземляемся. О, ребят, смотрите, паркуристы. Ой, тихо, чуть в свой дом не попал. НН. Н, короче. Так, по-английски это Х, что ли? Не знаю, почему на хвосте вот именно надо сесть. А здесь не надо. Вот. Надо встать сюда и сесть. А на хвосте вот, смотрите, на, вот ты эти вертолете. Так, короче. Когда я лечу. Я вот, я ничего не держу, я только вот хожу. Я ничего не держу, дайте мне опуститься. О, я кинул ему в ухо и опустился. Так странно. Мне это все вот это не нужно. Так, я сейчас уже буду делать стены. Давайте мы назовем эту карту гнездо. Не, ну вот мой дом. Ну мой дом, правда, гнездо же, да? Вот это и гнездо. Я всего лишь этот дом построю и все. Больше не буду. Ой, тихо. Тетя Дина не знает слова нет. Тетя Дина сама себе авторитет. Короче, просто
Мне очень нравится тетя Зина. Под нее даже, наверное, нычку и сделали. Потому что тетя Зина самая крутая данчичу. Кто-то есть и круче. Кого кто считает, тот круче. Может, у кого-то другое круче. А может, у кого-то тот. У меня тетя Зина. Она прикольная. Ну и вы, подписчики. Вы со мной, наверное, поиграете. Пью! Кстати, вы хотите, чтобы я на 1 000 000 подписчиков показал свой номер телефона? Если хотите, то подписывайтесь на канал. Я буду записывать, как мне будут звонить люди, подписчики. Ну только на 1 000 000, учтите. А если я забуду, то можете мне напомнить. Я сделаю эту рубрику. Так, ребята, я могу отклонять, потому что, например, у меня там важное, а кто-нибудь мне позвонит. Или мой папы, или мои члены семьи ответят, да что будет, поэтому только на 1 000 000, только на 1 000 000, только на 1 000 000. Когда у меня будет мощный телефон, типа я найду способ большой. Поэтому только на 1 000 000. Так, ну вот у нас уже получается прикольное гнездо, да? Ой. Вот, короче, такое. Ребят, смотрите, как выбираться из этого гнезда. Пью, пью, всем. Ребят, ребят, нет. Нет. На землю, на землю, на землю. На землю. Сурикены, вы мое спасение. Я вас обожаю. Так. А как нам обратно? Зацепил. Опа. И кинул. Так вот. Все. Получается, вот такое вот гнездо, я его не буду обустраивать. Обустраивайте как хотите. Я вам только показал то, что это супер прикольная идея сделать гнездо. А мы просто сейчас либо закончим съемку, либо не знаю что. Либо я сейчас просто выложу это видео и начну снимать Brawl Stars. Потом Brawl Stars выложу. И не знаю, вот этот вот оранжевый кружочек меня спасает. Без него я не могу снимать видео. Если что, не обращайте на него внимания. Оп, он здесь. Он мне здесь не будет мешать. О, солнце. Горите там. Пиу, 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 пиу.
Ладно, все. А что это за... А. То у меня патроны вылетали, я сам... Ну вот эти вот обложки от патронов, а с ними патроны нет. Пиу! Куда они деваются? А еще ребята, когда прикасаются к земле. О, не, а как мы их так высоко-высоко? Еще поднимемся. Хоп. Пиу. А здесь у меня уже нет, не улетает. И когда я стою, улетает. Как-то это странно. Вот эти. Короче, это странно. А здесь они тоже не улетают, а на льду тоже. А со снайпы тоже. Смотка элементарная. С моих сурикенов. Это тоже элементарно. Я хочу сказать всем пока.